Marina Beach Hotel. Small review. There are several types of rooms. The one we got is just a bathroom, and this table. We were here 2 days, end of July to June 1st. Cost us $500, including taxes and stuff. We thought it was okay. I mean, the prices are a little overpriced, but that's Santa Barbara, so what we got is all this, including free breakfast, free bikes, and free that bike, the cool bike. So we used it yesterday, the whole day. So we saved, that thing is $100 for a whole day rented, but we got it for free. Free breakfast, free coffee and tea all day. Breakfast is only until 10:30, I think. So this is our review. I think it's a okay deal. Good staff. Extremely clean. I would recommend. Довольно нормальная вещь. Романтическая. Такая номер 7. За $500 $2 дня, 2 ночи в смысле. Включая бесплатный брекфаст, завтрак, бесплатные байки, бесплатный этот байк. Вот такая романтическая обстановка, погода прекрасна. Стафф или сотрудники очень добрые, приятные люди. Чистота внутри, вот как, ну тут было чисто. Мы сейчас съезжаем, оставляем типа чистоту. В натуре здесь довольно неплохо все. Кофейня, не кофейня, это кофеварка. Внутри здесь довольно классно. Не хватало ванны, только душ такой гигантский. Все тут новое, все чисто, все классно. В общем, мы рады. Thank you. $500 за 2 ночи. Санта-Барбара, что вы хотите? Good morning. Наш второй день, или третий, в Санта-Барбаре. Идем на завтрак. Наш фэмили уже давным-давно завтракает, а я только подхожу. Вау, какой X4, прикольно. Так. Снимаю. Привет. Good morning. Что вы кушаете? Yes. А ты папе оставил? Оставил. Что ты? Окей, сейчас будем кушать. Вот расклад платежа, я уже заплатил. В общем, тут такс. Потом 2-я ночь, плюс таксы. И каждый день у них $2.50 уходит с комнаты на улучшение туризма в Санта-Барбаре. $2.50. Это разве не прикольно? И теперь я понимаю, почему в Санта-Барбаре такая атмосфера классная, такая дружелюбная для туризма, потому что здесь они для себя работают. И такой комьюнити существует, поэтому... Есть такие эгоистические цели. Вдруг когда-то мы здесь купим виллу и будем приезжать или жить. Лео, тебе понравилась Санта-Барбара? Скажи Санта-Барбара. Громче. Санта-Барбара. Окей. На биче мили от этих галерей, художников, картин, выставок. Прям мили. Можно увидеть. Ну не мили, наверное, полмили этих картин. Мы их пропустили, потому что мы едем прямо. We're going to the zoo park. Zoo. Вот вся красота. Я уже говорил, да, лет 10 назад, когда мы сюда приезжали с молодежью, мы брали самые огромные, 18 или 16 местные. И толпа молодежи с гитарами, с шейкерами ездили и спевали песни. Ой, Вифлееми. Ну, я шучу, другие всякие песни. О, настоящий хаммер, видишь? Настоящий H1. Мы нашли парковку. Даже люди такие сказали, вы ищете парковку, мы отъедем. Мы заехали, парканулись. И пешочком идем туда, куда нам нужно. Парк. А вот этот дядечка, вот этот вообще... Пока мы ждали выезжать наша девочка, ну, которая нам предложила парковку, он сказал... Подбежал прям, бежит к нам, потеет, бежит, задыхается, говорит, давайте, если мы чуть-чуть вперед отъедем, вы влезете вот сюда. Мы сказали: спасибо, мы уже ждем машину, выезжай. Так приятно стало. $44 на семью нам вышло. Неплохо зарабатывать. Ну это ж типа поддержка. Носорог. Видели когда-то птицу? Носорог. Лео, кто это? Розовый фламинго. Вы какого цвета они? Они розовые. Оранжево-розовые, да. Смотри, с другими птичками. И ножки розовые, да. И коленки розовые. И они тусуются с уточками и другими птичками, да? Там они пасутся, здесь они пьют, а здесь они спят. Смотри, на одной ноге заснул. Себе зарылся и спит. Это спит. Да, вот эти вот все спят. Ты что-то видишь? А? Ничего не видно. Но зато какая классная студийная подсветка здесь. Как будто в фильме. А кого мы здесь видим? Это называется California Condor. Condor. Это вроде бы типа орла что-то. Вот это гигант. Гигант. Такая козочка стоит высокая. Это не козочка, но похоже на козочку. Просто продлиненная. Похож на козочку. На кого? Это как называется, зверь? Кто это, Лео? Это... Кто? Слон? Слон? Нет, не слон, а кто? Жираф, правильно. А кто это? Оп, все. Зайчик убежал. Африканский лайон. Еще раз что ты видишь? Буква Л. Правильно, значит, лайон. А здесь будет что-то романтическое происходить с минуты на минуту. А Лео нам показывает дорогу. Куда идти? Лео, куда идти? Колобки. Я колобок, колобок. Они колючие. Колючие? Да. Это называется кактус. Скажи кактус. Кактус. А ну, давай попробуем. Ай! Детский плейграунд, забегай! Дети на картонках съезжают с травы. Смотри, как прикольно. Приехали. Классно. Давай еще раз. Молодец! Молодец! Что мы можем сказать о зоопарке Санта-Барбара? It's good. Стоит 44 доллара на троих, два взрослых, один ребенок. Но мы потом вспомнили, что у нас в гостинице была бумажечка dollar off с каждого. После посещения я подошел, можете нам что-то дать? Они сказали, окей, рефанд. Вернули 3 бакса, на которых мы купили сувенирчик. И, в общем, что можно сказать, довольно нормально, не гигантский, небольшой, не все звери есть. Но самое интересное это было слоны, лев, маленькие обезьянки, жирафы, это запоминающиеся. Все остальное такое, более-менее. Для маленького городка пойдет. А как вам эта частная жизнь? С таким видом и с таким величием. Заправка в Санта-Барбаре. Либо я отвык от чего-то, либо я что-то не понимаю. Только что мне сотрудник подошел и сказал, что это car-wash вместе с бензином. Бизнес неплохой. 13 долларов помыть машину и попылесосить. И самым дешевым бензином в городе заправиться. Это классный дел, но мне не подходит, потому что 20 минут ждать. Нам сядет солнце, и мы не заедем в этот европейский город, поэтому будем ехать без бензина. Что делать? Едем без бензина. По 154-му выезжаем из Санта-Барбары. Добро пожаловать в пустынные места. Хотя мы не знаем, что нас ждет. Просто бай-бай, Санта-Барбара. А что мы здесь видим? Вот это красотень. Мы на вершине Калифорнийских гор. Впереди нас обгоняют машины с 80-х фильмов, корвет 84-го года, Камаро, ну и всякие остальные. А мы слушаем классику. Итак, дорогой народ, мы прибыли в европейский городок, называется Solvang. Solvang. В общем, я попал в Данию, город Копенгаген. И ищем вкусную еду. Не подскажете, что? Danish Village. Сейчас посмотрим. очень романтическое кафе, которое я захотел, но час ждать, чтобы нас посадили, мы не думаем, что мы будем ждать, поэтому есть шансы зайти чисто вот этот Brewing Company. Тут немножко темная атмосфера. Хочется такого яркого, теплого. Лео проснулся, и мы заняли очередь в этом Brewing Company, ну, самым главным, короче. После огромного ожидания наш данский бургер с авокадами прибыл. Лео, ты готов кушать? Это было долгое ожидание, минут 38, может меньше, но мы голодны как собаки. Нападаем. Bless this food, dear God. Мы покушали, наелись, и сейчас можем бродить по городу, хотя не сильно бродить, потому что нам 5 часов с чем-то ехать домой, на север. Старые местные данцы идут на концерт. Прикольно. Такие пожилые люди. Вот сзади меня спрашивают, мы взяли билеты? На что билеты? Не знаю. Может, на какой-то Стиви Уандер, может, на какой-то старинный исполнитель. Последуем за ними, а? Вот, оказывается, куда вся толпа идет. На улице Копенгаген, Solvang фестивальный театр. Собрался весь город европейцев, данцев, нидерландцев, голландцев. И у нас, украинцы, американцы. Вон идет наш замерзший Леонардик. На что похоже? Это типа шестерка, но на самом деле это Фиат, переделанный под шестерку. Дорогой народ, это, наверное, последние кадры сегодняшнего путешествия. Мы покидаем Южную Калифорнию. Мы покидаем красоты, высоты и едем в столицу Калифорнии. С вами был Илюша Карифан, Анна Артман и Леонардо, the American Boy. Помаши всем ручкой. Скажи спасибо, что вы были с нами. Мы вас увидим в следующем кадре, а сейчас всем пока. Если мы увидим какой-то еще красивый кадр, мы еще появимся. А так пока всем. Лео хочет ехать в новый дом. Нам надо купить срочно в Санта-Барбаре дом.